Всем привет, дорогие любители интернет-шоппинга! На канал пришла еще одна посылочка, сборная посылочка из Америки с покупками из американских интернет-магазинов. Преимущественно в этой посылочке покупки с магазина Amazon и преимущественно спортивные товары. Есть, конечно, пару не очень интересных вещей, типа там датчики всякие, заказанные на Dodge, датчики ABS, вращение колеса. Пожалуй, неинтересные вещи я, конечно, не буду снимать, а вот интересные вам с удовольствием покажу. В общем, не переключайтесь, все самое интересное из американской посылочки буквально через секунду. И вот эти вот штуковины, которые я сейчас распаковываю, наверное, самое интересное, что было заказано на этот раз. Покупали мы их на Амазоне у какого-то продавца. Как вы знаете, на Амазоне продает, собственно, не только Амазон, но и различные продавцы и магазины. Дословно они называются антигравитационные ботинки. Именно так было написано. Антигрависи или гравитаси. Не помню, как на английском правильно звучит. Boots. Продавец их продает, ну, вот с таким вот подарочком. Вот такой вот эспандер шел в комплекте с этими ботинками, так сказать. Мелочь, но приятно, да, презент. Ну, эспандер, надо сказать, я его не распаковывал, вот перед вами распаковывал. В пакетике так пожамкал. Надо сказать, так себе. Что-то он там приклеился где-то. Сейчас выдеру, покажу. Ну, вот такой вот эспандер, ну, я бы сказал так, чисто для девочек. Какой-то он такой, пиу-пиу. Нагрузки я не чувствую, слишком хорошо он растягивается, но тем не менее есть халява, и это приятно. Вот эти вот штуки на Амазоне стоили дешевле всего. Я их посмотрел на eBay, посмотрел еще там в паре спортивных магазинов, но на Амазоне нашлись они дешевле всего. Те, кто занимается спортом, ну, слышали, наверное, да, что вот после того, как там поделали тягу, поподнимали большие веса, поприседали, да, рекомендуют повисеть на турнике. Ну уж не знаю, правда или нет, кто-то рекомендует, кто-то наоборот не рекомендует, мол, все это фигня. Повисеть, значит, на турнике, чтобы позвоночник растянулся, восстановились там мышцы немножко, да, ну все-таки нагрузка на поясничный отдел была. Но повисеть, как оказалось, можно разными путями. Можно вцепиться ручонками в турник и повисеть, а можно ногами. Да-да-да, именно ногами. Ну, мы привыкли цепляться подколенными, да, сгибами и висеть на них. Но вот с помощью вот таких антигравитационных ботинок повисеть можно буквально на ступнях. Честно скажу, испытывать у меня их нет никакого желания. Их заказал друг, он испытает, а я в комментариях потом отпишусь, ударился головой о пол спортзала или не ударился. В общем, как дело работает, как я понимаю. Вот такие вот есть тут замки. Как вы видите, очень вроде бы все безопасно. То есть замок вот так блокируется. Потом вот так он расстегивается. И вот это вот... Сейчас я попробую кандалы, с вашего позволения. Да, видите, прилепились даже. Вот эти вот кандалы одеваются на ногу. Одеваются на ногу чуть выше ступни, выше голеностопного сустава. Потом это дело все вот так застегивается. Да, вот так вот это все лязгает с таким инквизиторским звуком. Вот так предохранитель закрывается, и потом каким-то образом вы должны ножки подтянуться или попросить ассистента, значит, ножки закинуть на турник и вот таким образом повиснуть на ногах буквально вниз головой. Потом, ну, как вы понимаете, кровь прильет к голове, глаза выпучатся, но тем не менее вот таким образом вися, болтая ручками и головушкой буйной, вы таким образом, ну, растягиваете, как я понимаю, позвоночник. Ну, по задумке тех, кто это придумал. Ну что ж, надеюсь, моему другу понравится. Он увидел вот такие вот штуки у кого-то в спортзале, загорелся, говорит, вообще кайф. Ну, не знаю, висел он или нет, врать не буду. Но вот так вот они ему понравились, говорит, давай найдем и закажем. Вот это вот ремешки. Ну, вот какие-то тут ремешки, не знаю, для чего они нужны. Ну, вот такой вот длинный ремешок.
Может быть, еще ноженьки связать друг с другом для надежности, но какие-то ремешочки тут в один из ботиночков были вложены. Ну вот такие вот забавные штуки заказали мы на Amazon. Стоят они недешево, но вы сможете сами посмотреть. Ссылку на товар, как обычно, ищите в описании к видео. А на этом все. Всем спасибо, пока, до новых встреч.